Здравствуйте, меня зовут Галина. Сегодня я буду делать маленький двухсторонний кулон из эпоксидной смолы. Добавлять буду фиолетовый пигмент, золотую поталь. Понадобится два молда. Подпишитесь на канал, кто еще не подписан. Не забудьте поделиться видео, оставить комментарий, оценить видео. Смолу развожу согласно инструкции. Смолу тщательно перемешала. Сейчас добавлю золотую поталь. До полного застывания смолы. Смола полностью застыла. На 4 часа. Прошло 4 часа, смола хорошо загустела, тут прям четко. И сейчас я посередине положу и придавлю. Оставляю до полного застывания смолы. Смола полностью застыла. Сейчас подправлю края немного. Thank you.
Поддержите мой канал подпиской, кто еще не подписан. Не забудьте оставить комментарий. Оцените видео. Поделитесь этим видео. Задавайте вопросы, обязательно отвечу. Спасибо.